Сергей, ты здесь в качестве уже автора не впервые, а я помню, как ты был еще посетителем, членом клуба, участником разных викторин. Вот что ты можешь сказать об изменениях, о развитии или, скажем, деградации, скорее, киноклуба? Я не такой большой специалист, чтобы это говорить. Я помню, насколько большим праздником был киноклуб лет 40 назад. Вот, я помню, что первые просмотры были, это были фильмы, которые невозможно было нигде увидеть. Это была «Земляничная поляна» Бергмана и «Расимон» Куросавы. «Земляничная поляна» это был первый фильм. «Расимон» второй, вероятно, да. Да. Вот. И я попал, по-моему, на «Расимон». Родители пытались меня вывести, потому что они решили, что это кино не для детей, но все-таки им это не удалось. Я смог посмотреть «Расимон» в «Современнике». И это решило твою жизнь. Вот. Ну, о сегодняшней жизни «Современника» я знаю слишком мало, чтобы говорить об этом. Но мне приятно здесь быть. Я должен сказать, что помимо таких непременных членов клуба, на встречи с тобой приходят твои соседи, сослуживцы, друзья. Так что... Ну, вот, ну да, они, да, собственно, такие же рыбинцы, как и все остальные. Как и я. Да. Вот. Ну, это здорово, что публика благодаря этому шире. Видим тебя в разных качествах. Изначально оператор, затем режиссер-документалист, и вот, наконец, еще и аниматор. Как все это развивалось, как вот сложилась сегодняшняя программа? Ну, во-первых, почему все время у меня меняется род занятий? Наверное, потому что я люблю разные игры. Поиграл в оператора, слава богу, чему-то научился. Теперь мне интересны другие игры. Делать документальное кино. Попробовал, это интересно, сделал. Вот. И совершенно другая область, анимация, совершенно другая игра. Жизнь интересна благодаря этому. Вот. Если еще добавить к тому, что я и книги пишу, и преподаю, и инженером был, и в армии служил, и то и все. Вот. Жизнь благодаря этому гораздо... Со всех сторон ее узнаешь. Если говорить о документальном кино, то оно начинается, да и как любое кино, возможно, без актеров, без композитора, даже без режиссера, но невозможно без оператора. Однако вот этот документальный фильм «Антология» ты со своими коллегами делал уже как режиссер и сценарист, но никто из них не был оператором этого фильма. Совершенно верно. Да и я не оператор этого фильма. В этом фильме нет оператора, вернее, их слишком много. Их тысячи и тысячи. Мне было интересно войти в эту новую для себя профессию. Я не рискнул в нее войти в одиночку. Я вошел в составе большой команды. Да мне бы никто и не позволил, собственно говоря, это слишком ответственное дело. Никто бы не дал просто так вот раз и огромное кино, часовое на хронике делать человеку, который до этого не занимался профессионально документальной режиссурой. Нет, я работал в команде. Но, как бывает всегда, молодой должен больше пахать. Поэтому я с гордостью отвечаю, что я на этом фильме пахал много. Но вы как-то распределили обязанности?
Ну, там были распределены серии между друг другом, но рихтовать все эти серии все равно приходилось группе из малой группы, потому что нереально, если каждый сделает свою серию, все будет пестро. Угу. Нужно все это объединить. Вот. И единым все-таки стилем, единым замыслом. И я скажу, что для рихтовки этого фильма я сделал достаточно много, чем и горжусь. Но, естественно, я там был не один. А вот подзаголовок «Студийные хроники». То есть можно понять, что это прежде всего фильмотека Петербургской студии документальных фильмов. Угу. Но там ведь есть и зарубежные кадры, и кадры, которые, в общем, постоянно появляются, наверное, не только снятые в Петербурге. Скажем, вот «Перестройку» вы показываете именно на ленинградских материалах, но там же много и всякой другой хроники. Ну, это естественно. Картина делалась на основе хроники, которая собиралась много лет, в том числе из чужих архивов. Естественно, ну, если блокаду, предположим, конечно же, снимали ленинградские операторы, то гражданскую войну или там Николая Второго, да, или «Триумф воли» Лени Рифеншталь, естественно, снимали другие операторы, и эти кадры были использованы в массе ленинградских фильмов. У нас же очень сильная школа документалистики, и там были такие корифеи, как, ну, Павел Коган, к примеру, Сокуров, в конце концов, многие материалы, которые вы видите, в том числе и из хроники, которые отбирал в свое время Сокуров, масса других, Станукинос, Занин, там, Учитель, Ефим Учитель, и так далее. Этот фильм где-нибудь показывался на фестивалях, на каких-то там ретроспективах? Показывался. Он даже завоевал в Венгрии приз, такой странный приз, за лучшее использование музыки в документальном кино. Естественно, он показывался и за рубежом тоже, в Канаде, например, показывался. Но он в Канаде не очень пришелся ко двору. Общий несколько мрачный настрой фильма не лег на душу нашим иностранным партнерам, скажем так. Но с их оптимизмом. С их оптимизмом. Исторический оптимизм после победы над коммунизмом явно не стыковался с нашим историческим пессимизмом. Вот. Поэтому мы друг друга не поняли. Но они фильм досмотрели все-таки. Вот. В Лейпциге показывался немцам этот фильм на фестивале. Ну, немцы были озабочены объединением Германии, а не нашими рефлексами по поводу, значит, вот, 20 века и роли в ней России, в нем России. Мы анонсировали именно авторское анимационное кино. К традиционной анимации и тот, и другой фильм имеют такое боковое отношение. Ну, согласен. Дело в том, что, естественно, анимация – это, прежде всего, детская анимация, а то, что вы видите, это взрослая анимация. Ну, и мало того, что она взрослая анимация, она еще и с таким, ну, с такой весьма расплывчатой драматургией, что в первом случае, что во втором. Мне кажется, что эта драматургия все равно прослеживается. Эта драматургия не явная такая, она все равно видна. Но для того, чтобы в нее погрузиться, да, нужны некоторые усилия и желание сыграть в эту игру. А сейчас, наверное, гораздо больше можно сделать с помощью компьютера, включая и эти эффекты. Ну, ручная работа всегда ценится больше. Заготовки, собственно говоря, с которыми надо работать, которые надо оживлять, делались вручную моим другом, тоже ушедшим из жизни, к сожалению, Виктором Ивановым, замечательным художником, который, собственно говоря, и дал мне эскизы, которые мне нужно было оживить. Но он ведь преимущественно работал
в игровом кино. Как и я. Мы там и познакомились. Он занимался когда-нибудь анимационным? Нет, Витя никогда не занимался анимацией, как и я, по большому счету, не занимался. Просто это был его такой порыв. Он пришел ко мне домой и сказал, что вот давай делать мультфильм. Я сказал, что я никогда этим не занимался. Он говорит, я тоже, давай начнем. Ну и мы начали. Очень долго это происходило, естественно, потому что мультфильмы делаются крайне долго. Тем более в полулюбительских условиях. Пока мы это делали на своих домашних компьютерах и в мастерской Вити, время шло год за годом, и мы пытались добыть деньги в Госкино, но нам никто денег не давал. Вот. Когда мы прошли определенный этап, уже довольно большой, по крайней мере, были созданы эскизы, к сожалению, Вити не стало. И уже после его смерти я решил этот фильм завершить. Я добился того, чтобы Госкино дало деньги на завершение и довел это дело до конца. Вот такова история фильма «Сирень». Но в нем все-таки, я бы сказал, доминирует статика. Наверное, есть такое, по-моему, понятие тотальная анимация, когда все движется, все одно превращается в другое, а здесь какие-то внутри картинки происходят небольшие движения. Дело в том, что, ну, во-первых, наверное, моя первая профессия оператор, она дает себя знать. Я достаточно жестко воспитывался в ВГИКе. Меня воспитывали как человека, который в состоянии создать хорошую композицию кадра и держать ее. Это основа. Вот дальше можно заниматься тотальным движением, но для начала нужно грамотно построить кадр. И так вышло, что я это очень полюбил. Мне это близко по духу. То есть мои картины, в общем-то, достаточно статичны, если честно. Я слишком люблю композицию статичного кадра, чтобы так легко от нее отказываться. И, несомненно, это повлияло и на «Сирена». Я был в значительной степени ограничен в возможностях. Я не мог заказать еще какие-то эскизы другим художникам, потому что манера неповторима у художника, выйдет все равно не то. Корежить замысел я не хотел, поэтому пришлось ограничивать себя. И на основе эскизов, немного их оживляя, все-таки строить всю картину. Там есть два слоя, есть цветной слой, он достаточно статичен. Там есть движения, но они такие минимальные. А есть поверх вот эти вот рисуночки. Как погоды на культуре. Дело в том, что, несмотря на то, что это статика, нужно, чтобы она дышала. И для того, чтобы она дышала, пришлось массу усилий приложить, чтобы вот это вот... мазок этот на картине, чтобы он казалось, что он вот движется чуть-чуть. Это же не механически нажал на кнопку и получил репродукцию, и вот это то, что есть. Нет, на самом деле там вот это полотно, оно чуть-чуть дышит. Настолько, чтобы зритель это почти не ощущал. Но тем не менее, это не стоп-кадры. Там есть определенные хитрости. Там потихоньку какие-то лампочки зажигаются или гаснут, как... цвет немножко меняется, все это едва различимо. Ну, естественно, кто-то там время от времени моргает глазом или машет рукой, но совсем чуть-чуть. А вот другой слой графический, который белые рисунки такие, вот он имеет возможность там уже развернуться и двигаться. Там, естественно, гораздо больше движения. Но тотальной анимации нет. Но эти рисунки принадлежат уже другому автору? Нет, тому же, видите. Да? Просто с ними, с помощью компьютерных программ, достаточно, в общем-то, плодотворно можно работать, заставляя их... совершать свои кульбиты, что называется. Ну и кроме того, для меня было важно очень, чтобы эти два слоя не смешивались,
Если бы оба эти слоя двигались, то мы бы ничего не поняли. Если бы и цвет двигался, и вот эти вот графические изображения двигались, глаза бы разбегались в разные стороны, мы бы вообще ничего не поняли. Как дальше, дальше будет развиваться твой творческий процесс? Творческий процесс будет развиваться так. Я решил попробовать выпустить 20-серийный фильм, по сути, материалы съемки замечательного композитора, с которым я много лет знаком, Олега Николаевича Кравчука. Если удастся найти, если удастся продюсера, человека, который сможет обеспечить выпуск этих 20 серий, которые я снимал в полулюбительских условиях, но там личность настолько интересна, что сам материал любопытен и надеюсь, что вызовет интерес у публики. Вот это ближайшие планы. Кроме того, есть еще один, возможно, план, где я, как говорят, проект, в котором я хотел бы участвовать в качестве просто оператора или человека, который как бы помогает процессу, потому что это не моя идея, но она мне очень интересна. Это история кинообмана всеобщего и телеобмана под рабочим названием «Фейк». Считается, что кино – это правда 24 кадра в секунду, но на самом деле все мы, кинематографисты, знаем, как кино легко обманывает. И технология этого обмана известна любому маломальски профессиональному человеку. Так вот, история кинообманов, она, по-моему, достойна того, чтобы ее вынести на экраны. Это не связано с ролью телевидение как... Связано. Как манипулятора. Да. Как манипулятора сознания. Несомненно, связано. Ну и классическое кино точно так же манипулировало сознанием и при этом делало вид, что она поставляет правду 24 раза в секунду. Это просто его онтологическое свойство. Это неизбежно. Хочешь ты или нет, ты трактуешь материал. Хотя ты изображаешь себя сторонним наблюдателем. Так не выйдет. Ты ведь еще и мастер, профессор. Да. Что можно ждать от твоих учеников? Если повезет, будут хорошие ученики. И если повезет, у этих хороших учеников сложится судьба. Тогда можно что-то ждать. Были хорошие ученики у меня, но не у всех у них сложилась судьба, потому что жизнь сложна, и из талантливых студентов не всегда выходят даже средние профессионалы. К сожалению, слишком сложно сейчас найти работу в кино. Но некоторые себя проявили очень хорошо. Я могу назвать, например, замечательного с первого выпуска ученика моего, Артема Игнатова. Он получил уже не один приз на международных фестивалях в качестве оператора, и фильмы хорошо известны его, но это документалистика. Это особый слой, который широкой публике не особенно... Широко известный в узких... Да, широко известный в узких документальных кругах. Но у него очень достойные работы. Что еще? Есть неплохие профессионалы, которые так или иначе все равно пробьются, я думаю. Могу назвать имена, но подождем, пусть они пробьются. Они уже себя зарекомендовали очень хорошо в качестве людей, которые снимали короткометражки, весьма достойные, прошедшие по миру на всяческих не слишком больших фестивалях.
Ну и есть в конце концов вот Аня Рожецкая, фильм F4, то есть F5, извиняюсь, заговорился. Фильм F5, это вот прошлый выпуск, прошел по многим фестивалям, выиграл «Святую Анну», в частности, к примеру. И не только Аня Рожецкая получила такие вот значимые призы, были и другие люди. Вот, то есть хороший оператор есть. Это тоже документалист. Ну, Аня в игровом кино. Ну, сложится у нее судьба или нет, это же никто не знает. Как. Нужно и везение просто. Нужно попасть на хороший проект. Нужно, чтобы тебя взял сильный режиссер, который в состоянии с тобой вместе сделать нечто серьезное. А оператор все-таки человек, которого приглашают. Ну что ж, спасибо.